60 дней срок вегетации в нее, капуста предназначена для хранения, подходит для хранения. То есть обе эти капусты, что это было, что ричи, можно выращивать в два оборота, то есть успевают вырасти и осенне-весенний, осенне-летний, весенне-летний, и летний-осенний, и ричи. То есть табалуга для недлительного хранения, ричи подходит для длительного хранения. То есть до февраля месяца обычно китайскую капусту на февраль месяц уже стараются продать, но до февраля месяца она лежит без потери товара качества, опять же все будет зависеть от условий хранения. Если нормальные условия хранения. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.